Ну, Сталин это фигура мощная, да, фигура заметная, поэтому она для кого-то является очевидным фактором поклонения. Множество пенсионеров, допустим, у нас его жалуют весьма, а для кого-то раздражителем, и таких тоже очень много. Это и все жители Восточной Европы, и пострадавшие от репрессий. И его появление в каких-то публичных продуктах или в агитационной, допустим, продукции, или в, как вот были, да, была возможность нас, у нас его наблюдать там, на каких-то во время юбилейных мероприятий, пусть даже на небольших каких-то носителях, это сразу вызывает или одобрение, или жесткую агрессию. Неудивительно, что из компьютерной игры известный он тоже был удален, я думаю, по жалобам или по претензиям пользователей. Ну, мне кажется, что с такими фигурами, как Сталин, в массовой культуре лучше не перебарщивать. Лучше пусть им занимаются специалисты, историки, а в массовых играх и в политической агитации ему не место.